Всем привет! С вами я, Мария Бурцева, и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о первом этапе совместного проекта «Вязание за стеклом», организаторами которого являются Юлия Елфимова и Ирина «Вот красота». Задание первого этапа – это носочки. Знаете, в жизни так бывает, что родные люди в силу объективных, а иногда и субъективных причин перестают быть для нас родными и близкими. А те, кто не имеет с нами кровного родства, становятся роднее, чем те, кто имеет с нами кровное родство. Вот таким человеком для меня стала Татьяна Викторовна. Дорогая моя любимая тетя Танечка, я знаю, что вы смотрите и будете смотреть это видео. Я вас очень люблю, я очень рада, что вы есть в моей жизни. Вы моя идейная вдохновительница. Вы поклонница моего труда и творчества. Я с большим удовольствием вязала эти носочки именно для вас. Татьяна Викторовна тоже рукодельница. И в молодости она вышивала потрясающей красоты работы. Это была машинная вышивка по ткани. Очень-очень красивые работы. И она меня, как никто понимает, в моих бессонных ночах за вязанием или за шитьем. В своей работе я также хотела отобразить элементы вышивки по ткани, таких как шитье, да, по ткани и мережка. И я очень надеюсь, что мне это удалось. Ну а сейчас я вам покажу процесс вязания носочков. А спонсорами нашего совместного проекта «Вязание за стеклом» являются магазин «Бобин», а также творческая мастерская «Ровные петельки», рекламное агентство «Твердый знак» и Ольга Пушкина «Северное вязание». Спасибо вам большое, что поддержали нас в наших начинаниях. Ну а вот, в общем-то, и сами носочки. Дорогая моя любимая тетя Танечка, я очень надеюсь, что они вам понравятся и придутся по душе. Ну и вот, в общем-то, то, о чем я говорила, да, вот эти звездочки напоминают мне шитье по ткани. Вот я как раз сегодня в подобного рода рубашке. И вот эти столбики напоминают мне мережку. Я, правда, от всей души, как только вы приедете в Москву, вам их вручу. Ну и на этом все. Пока-пока!